Так, привет всем! Здравствуйте, дорогие друзья! Буду сегодня пересаживать свою любимую петунью. Получится или нет, не знаю, сейчас посмотрим. Так, что тут у меня? Что стоишь, так, по цвету у меня, ну-ка. А ну-ка, какие я покупала тут красненькие и розовые. Так, сейчас мы их всех, сейчас мы смешаем все. Сейчас я их разделю. Так, ладно, вытащим. Да, сейчас я насыплю. Не знаю, видно, не видно. Что тут у меня? На дно сейчас нас алтарь, если поставить. Солнце прям в глазах выедает. Ну что, я немножко освободила чуть-чуть. Хочу сегодня рассадить петунью. Одну из своих самых любимых петунь. Сейчас возьму ножичек. А ну-ка ешь давай. Расцвела у окошка белоснежная вишня. Наступают пирамиды из-за тучки далекой. Показалась луна, все подошли по дому. Тишины разбрелися. Только я в этот вечер осенилась. Вот такой корешок сюда большой кинем. Тут у меня зола с шашлыка. Землю. Сейчас я это все разделю. Разрежу. Вот они. Разрезаю. Вот они все по одной. Пошла до соседей, там вот в тех кушерях, где никто не живет. Пошли сегодня с внуком, накопали земли. У меня земли практически нету, мало земли. Что было, с посадки муж привез, вот добавлю золу сюда, разбавлю немножко. Залу с мангала. Залу с мангала добавлю. Да, земля, конечно, там не айс. Ну-ка я грибану отсюда. Что-нибудь такого размягчающего. Земля там не алло. Земля сырая. Выбора нет. Так, вот еще
Еще золы добавлю. Размягчу. Размягчу. Помешаю это все. Вот так вот помешаю. Накопали там ведро земли, копанули в заброшенном дворе. Так как мы с тобой сегодня, я рассказываю, как мы сегодня с тобой ходили, копали землю, да? Что? Рассказываю, как мы землю с тобой копали сегодня. Так я люблю копаться в земле. Меня и медом не корми. Обожаю. Я не так люблю в доме ковыряться, как люблю в земле. Это мое. Что-то так, 6 штучек. Я их сажаю по 3. По 3 в каждую. 3 туда, 3 туда. Не любишь с травами? А потом кустики разрастутся. Кустики потом разрастутся. И будут огромные кусты. Они сейчас маленькие. Маленькие, хиленькие. А потом, как разрастутся, будут огромные и красивенные. Вот так. Так. Прямо с той землей сажаю, в которой они были. Так. Сюда. Внуку вытащила на улицу столик. Он сидит за столиком, ест. Потому что он мне делать ничего не дает. А кормить надо. Вот. Один такой горшок. Этот я завявший сорву. Цветочек. Этот тоже сорву. Завявшие, да, вот эти вот завявшие убирают цветочки. Чтоб петунечка не тратила время на образование семян. Чтоб она другие побеги давала. Так, вот так. А потом хорошенько полью. Так, сейчас пойду наберу залу. Илья, ешь давай. Не знаю, правильно я делаю, неправильно. Но мне кажется, земля там очень кислая. Вообще такая глияка в камышах. Мне кажется, золой я немножко немножко разбавлю. Чтобы она не была такая глинистая. Вот червячок. А вот тут земли, сейчас я его выпущу на волю, пускай идет. Червяка на волю, ура! Червяка на волю, на волю. Так, сейчас вот так вот я, не знаю, правильно, неправильно. Я думаю, что правильно. Что-то мне чутье подсказывает, что я делаю правильно. Разбавляю эту кислую почву. По чуть-чуть. Песка у меня нету. Илюш, ну не ковыряйся в земле.
Песка нету. Я в мангале сегодня пожила там. Как мы сегодня с собой в мангале полили костер? Так, это что? Костер мы полили сегодня с тобой днем? Да. Полили. Чтоб можно было цветочком цветочки подсыпать. Цветочки подсыпать. Яму выкопать? Зачем? Яму от земли выкопать. Так. Дырочки, так, поглубже надо. Я сейчас это поставлю под навес, тенечек, на несколько дней. А когда оно приживется, все хорошо, я это повешу в кашпо над дверями. Да, котенка ты кидал в мангал бессовестный. Хотел зажарить его. Нельзя так делать. Котенка кидал. Хотел опыт проверить, как оно, что оно. Что оно будет. Так, а ну-ка. Вспомни мой ненаглядный, как с тобой мы гуляли. Мне казалось, что счастье это ты. Так, немножко придавим. Дорогой, все как лучше, мой. Ну, пускай в клумбу идет, и что? Я тебе доверяю. Почему же сегодня? Давай ешь, потом будем поливать. Не прошел. Ну так давай ешь быстрей. Суп остыл, наверное, уже. Я тебе даю. Почему же сегодня? Так, вот это я обрываю. Отсвёлшее все обрываю, вялое. Это тоже. И это еще не распустилось. А это что, не пойму, отсвело уже, что ли? А это зачатки. Так, сейчас польем хорошо. Поставлю в тенечек, под навес поставлю. Не будем поливать, да? Давай ешь быстрее, будем поливать. Что? Ну так давай доедай быстрее суп. Хоть это солнце едучее зашло. Ни за что не поверю, что другую. Ну вот, насыпала я на дно керамзит. Потом земельку. И вместе с этой земелькой, с которой они росли, я посадила. Не обтрушивала ни корни, ничего. Вот так как они росли, да, росли, так я их и посадила, петунички. Так, подсыпаю еще. Полную землю, которая тут порассыпалась по столу, я в этот, вон, клумбу потом снету. Вот так. Таким макаром пускай. Таким макаром пускай.
ни за что не поверю, что другую ты любишь. Приходи на свидание. Так, 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 давай, стекай. Давай. Это я поставлю около порога в белом горшке, потом горшки эти все вымою. Сейчас пролью хорошенько, мне надо хорошенько пролить землю. Хорошенько пролить землю, самое главное, первый день. Так, а ну-ка ешь, ты что там, суп разлил? Ешь, я сказала. Одну в кашпо поставлю, одну около порога будет расти. Пускай потом горшки оботру. Пускай так. Так. Там у меня еще земля осталась. Горшки не буду в этом ведре, не буду выбрасывать. Она мне еще пригодится. Я там еще хочу. У меня задумка, кое-куда посадить. Еще кое-куда посадить хочу. Кое-что. Так, пускай пока стоит, тут напитывается водой. Что, Илюш? А ну-ка, 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 ну-ка. А ну бери ложку, что ты разлил? Бери, быстро ешь. Сейчас же. Давай. Бери ложку. Бери ложку и ешь, я сказала. Сейчас буду кормить тебя. Так. Это стол у меня такой рабочий. Я на нем тут цветы сажаю, так что не смотрите, вдруг, если вам покажется, что это грязное. Потом вода сойдет, мы его к забору поставим. Он около забора у нас стоит. Это кошачье логово. Вид у меня не очень. Завтра сейчас будем собираться на работу, купаться, голову мыть. Вот и у меня осталась вода, земля. А ну-ка ешь. Слышишь меня? Ешь сейчас же. Это герань. Отсюда я черпала. Сегодня полили мы с ним травку. Черпала золу. Еще хочу вот сюда посадить. Так, пока поставлю на Ну что, вот таким манером я поливаю цветы. Так плохо, когда нету длинного хорошего шланга. Люди, кто занимается цветами, ну вообще огородом, в этом деле самое главное полив, самое проблематичное вообще. А лучше всего капельный полив сделать. Ну, на улицу это бесполезно, капельный полив. Вот смотрите, как я, блин, самое главное не уронить ведра. Вот смотрите, что я сделала за вчера, за сегодня. Вчера вот это все ободрала, а сегодня калитку. Так, быстренько поливаем сначала гвоздику, она вот-вот зацветет. Вот-вот зацветет. Вот так я поливаю. Раз. Вот так поливаю.
Раз, 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 раз. Сейчас еще. Быстренько. Ведро поставлю. Илья, доедай. Так. Раз, раз, раз. Вот. Вот тоже гвоздичка, только белая расцветает. А вот эта вот она сиреневая, пупки уже пустила. Еще день-два. И будет запах. Обалденный. Красотища будет. Так. Пошли дальше. Дай, дай, где будешь мне шланг держать? Бегом. Быстро. Так. Пошли дальше. Гвоздичку. И так вот все подряд. В том году шланг был длинный. Была такая красота. А сейчас вот это самое худшее — ведрами таскать. Сегодня я розы все-таки побрызгала. Все. Борьбу с тлей провела. Бегом доедай, бегом. Сейчас еще немножко забор почищу. Сейчас полью все. Надо готовиться уже на работу. На завтрашний день. Вот так. Так, 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 так. Идем поливать дальше. Вот так рядочки буду поливать. Цветочком. Опа. Пошел, 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 пошел. Так, аккуратненько, вот так. Гладиолусы. Выживут они или нет, неизвестно. Турецкую гвоздику. И так все остальное. Ну что, Люсь? Вот видите, какая она расцветая. Где-то видела я цветочек розовый, уже был распустившийся. Розовый. А куда он делся? Что, я его сбила, что ли? Ну ладно. Потом покажу. Потом покажу. Так, сейчас еще сюда ведерочко вылью. И пойду набирать водичку еще. Раз, 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 раз. Раз. Так. Вот так. А! Наелся уже? Нет, дорогой. Сейчас буду тебя докармливать. Наелся он. А ну, подержи там шланг, чтоб на землю вода не текла. Видите, какая красивая вот эта беленькая. Ну что, дорогие друзья. Ой, полная, уже полная, полная корыта воды. Надо сейчас бегом бежать, перекрывать. А то будет просто пипец. Будет поток. Так, берем. Держи, держи. Подожди, Илья, не разливай, не разливай. Так, все. Глянь на меня. Помаши ручкой. Все. Все, дорогие друзья, до скорых встреч.